Акция «Благородство» ищет новых героев. Областной союз журналистов и Ассоциация творческих союзов принимают заявки на участие в акции «Благородство-2019». Цель акции – отыскать людей неравнодушных, сострадательных, благородных и рассказать всем об их добрых поступках. Если вы знаете тех, кто совершает добрые дела, чьи поступки достойны внимания и поощрения, напишите нам. Для участия в акции необходимо подать заявку в Оргкомитет до 21 октября 2019 года по адресу: город Самара, улица Самарская, 179, дом журналиста. Телефоны для справок: 332-68-39, 332-57-94. Информацию об акции можно найти на сайте областного союза журналистов.